В Владивостоке студенты колледжа технологии и сервиса сдали демонстрационный экзамен по специальности «Поварское дело». Выпускники приготовили блюда из трех категорий – холодная закуска, горячая и десерт. Когда максимально приближено к реальной жизни, поведению на производстве, детям дается определенное меню, определенный набор продуктов, и они, исходя из наличия средств, изготавливают блюда, непростые блюда, блюда изысканные, соблюдая все нормы санитарные, нормы внешние, эстетического оформления. Профессия повара – это большой труд и многолетняя работа. Сегодня студенты Расул Ахмедов и Егор Бакланов продемонстрировали все, чему они научились за 4 года обучения. У меня было несколько возможностей пойти, и я считал, что поварство – это самое такое интересное для меня. Здесь не бывает конца развития. То есть ты развиваться в этом искусстве можешь невероятно долго, бесконечно. На самом деле, на данном уровне развития хочется просто узнавать, познавать у разных шефов, у разных су-шефов, у бранд-шефов. Это просто интересно. Техники, как люди готовятся, как вообще даже подход к работе, это очень интересно. У каждого шефа он свой. Работу начинающих поваров оценивали специалисты из ведущих предприятий общественного питания Владивостока. Все умеют, все знают из своей части материальной, пока они учились. Так что ожидания, как правило, подбор команды в свое место я уже сделал. Некоторых ребят я забрал себе и на практику, и в виде работников. Так что ожидания самые положительные, самые оптимистичные. Отметим, что в Приморском крае скоро пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными предложениями работодателей. Также будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям выбрать перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. А тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.